В городе стоят жаркие дни, и многие тольяттинцы отправляются к водоемам. Зачастую отдыхающие забывают о простых правилах безопасности. Уже с начала этого года на территории нашего города утонули 7 человек, среди них один несовершеннолетний. Сотрудники полиции постоянно проводят профилактические рейды. Они выявляют грубые нарушения, которые могут повлечь за собой серьезные последствия. Убедительная просьба к жителям и гостям района города Тольятти. Со всей ответственностью отнестись к своей безопасности при посещении водных объектов. Особенно это касается контроля за несовершеннолетними. Также необходимо помнить, что на территории Самарской области действует особый противопожарный режим, и поэтому необходимо исключить случаи разведения открытого огня. Находясь на водоемах, нельзя забывать об элементарных правилах безопасности. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют плавать только в разрешенных местах, следить за своими детьми, не заходить в воду в нетрезвом состоянии. Все это поможет избежать серьезных последствий и сохранит вашу жизнь.